Сейчас фирма «Сибстальконструкция» начинает работы по установке дополнительных двух секций в южном секторе стадиона, что даст увеличение наполняемости стадиона 1160 мест. Ну, как бы нам это не лишнее. А как долго будут происходить работы? Ну, в связи с тем, что да, с начала игры осталось совсем ничего, попытаемся уложиться там в 2-3 смены работать как-то, но, может быть, что-то и задержится даже. Запланированы еще какие-то работы с трибунами? Ну, в северной части нашего стадиона, как на уровне разговоров пока, ну, вопрос прорабатывается, там, в общем, некоторый перечень работы и их стоимость. Это передвинуть северную трибуну вперед и выровнять ее по направлению. То есть стадион будет практически футбольным? Да, это мечта, как говорится, к ней идем. Может быть, и в процессе, может быть, в перерыве или на следующий год, может быть, также и южную пододвинем вперед. Но это связано очень с большими работами, и сейчас их просто не сделать.